Будущая средняя стоимость сервис-услуг, возможно, повлияет и на потенциально нового игрока бизнеса. В Барнауле вновь говорят о появлении одной из крупнейших в мире компаний «Рэдисон». Вице-президент фирмы по развитию бизнеса в России Дэвид Дженкинс и зампред регионального правительства края Павел Детятев обсудили в Москве планы по строительству на Алтае гостиничного комплекса с 4 звездами. Стороны обговорили требования для гостиницы высокого класса и критерии для инвестора-застройщика подобного международного проекта. В будущем, пообещали мистер Дженкинс и Павел Детятев, переговоры продолжатся детально и уже непосредственно в Барнауле. Кстати, это уже не первое заявление о появлении на Алтае крупной гостиницы мирового уровня. В 2015 году планировали строительство гостиницы «Хилтон». Тогда ее предварительную стоимость оценили почти в 1,5 миллиарда рублей. О цене нового проекта пока не говорят.